Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. С вами товарищ Санюк, и мы продолжаем проходить путь крестоносца Варчест. Остановились мы уже на 62-й миссии под названием «Освященный Союз». Ну что же, мы против союза против двух эмиров и визиря. Нам дают по 10 тысяч денег каждому, поэтому не будем себе отказывать и зарашим ближайшего к нам соперника. Игра приостановлена. Зарашим, оградимся, и у нас все будет хорошо. Ну, для начала, естественно, амбар, рынок и так далее. Стандартно. Стандартный Игра набор. Продолжается. Так, стандартный набор у нас, в принципе, готов. Это нельзя здесь разместить, милорд. Дальше. Строим домики. Восемь домиков построили. Отлично. Строим арсенал. Не знаю. Условно здесь. Это что еще тут? Безобразие. Так, покупаем, соответственно, 35 таких. Нет места. А, понял. Оружейный. Понял, понял, понял. Не проблема. 35 таких. 35 таких. И поехали. Наши луки будут петь! Да, босс! Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Давай, 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 не давай. Хватает рекрутов, ну, сэр. Ну и где мои люди? Да, не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, ой, сэр. Ой, понастроили тут. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает, не хватает рекрутов, оружия, сэр. Сэр. Отлично. Что? И идем сразу в гости. Шевелитесь, собаки! С этим разобрались, условно. Где мы тут можем стенку построить? Здесь. Нас атакуют! Ну и замечательно. Я уж думал, там сражение идет, а нет. Ошибочка вышла. Ну, как-то так. Кривая стенка, но пофигу. Да, босс! Давай, давай! Мы идем! Шевелитесь! Просто собаки! На пофиг пробегаем давай, давай! Нашими ребятками. Мы идем! Шевелитесь, собаки! Давай, давай! Мы идем! Шевелитесь, собаки! Давай, давай! Из 35 осталось 30, почти все здоровы. Шевелитесь, собаки! Давай, давай! Я делал многочисленные щелчки, чтобы собаки! Они пробегали давай, мимо. Давай, давай! Юнитов чужих и сразу били кого надо. Вот, собственно, и все. Тысяча шайтанов! Недаром мать говорила, осторожный воин живет дольше. Так, здесь, значит, все у нас. И неужели тут есть проход? Неужели тут есть проход? Так. Однако, давай, да. Давай. Ну ладно, тут мы закончили, значит. Дальше. Зерновая ферма. Раз, два, три, четыре. Это нельзя здесь разместить. Один его. Хмельник и этого за глаза. Потом сейчас их переместим. Так я раздуплюсь. За короля! Замок должен быть достроен уже, я надеюсь. Да, ура! Вам понадобилась сила? Соответственно, перемещаем. Не хватает дерева, милорд. Хватает дерева. Ну ладно. Покупаем, покупаем, покупаем дерево, 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 дерево. Перемещаем, значит, фермы, значит. Раз, два, три, четыре. Мельник сюда. Вы, ребятки, уволены. Дальше. Ресурсы. Железо. Раз, два. Сейчас у нас дерево скоро кончится уже. Там чувак не пройдет сюда, походу. Или пройдет, или не пройдет. Вообще не должен. Ай, пофигу.
Что то, что это как бы не особо критично. Так, дальше. Покупаем дерево. Купили дерево. Отправляем других ребят также добывать железо. Продаем нефть нафиг. Не хватает товаров. Железо пока продаем не нафиг. Не хватает товаров. Строим мельницу. Две мельницы строим. И, естественно, хлебопечки мои любимые. Нужно дерево. Дерево кончилось, но не беда. Так, поскольку нашим соперникам дали достаточное количество золота в начале, они нас скоро будут рашить. Именно поэтому мы предпринимаем все меры, дабы это избежать быстрой погибели. А именно двойная зубчатая стена нас, в принципе, должна уже спасти для начала. От ассасинов, я имею в виду, естественно. Или тут не будет ассасинов. Ну, посмотрим. На всякий случай, в любом случае, делаем защиту. Ну и вот тут, на самом деле, можно разгуляться и играть только купленными войсками. То есть не производить оружие в принципе. Ты мне мешаешь, сорян. В принципе, можно ее вниз вообще поставить и на пофиг. Чтобы не мешались. И, кстати говоря, и вот эти фермы тоже можно туда же сместить. Только их надо больше, соответственно, ставить, потому что будет гораздо меньше эффективности, поскольку они дальше удалены. Сейчас они первый урожай принесут и снесем их. Дальше будем там развиваться. Там. Соответственно, у нас было 4-1, теперь у нас 3, 1, 2, 3, на 7. Ну, нормально. В принципе, соотношение хорошее. Не хватает камня, милорд. Надо стеночку доделать. У меня очень мало людей, кстати говоря, свободных осталось. Это нельзя здесь разместить, милорд. Нужно дерево. Окей. Нужно дерево нам, чтобы построить еще таверны. Таверны также можно построить снизу, чтобы они не мешались. Вот где их ставить конкретно нету проблемы, потому что они действуют не моментально, а постепенно. Так, двойная зубчатая стена вроде как бы везде у нас существует. Это хорошо. Дальше. Берем, нанимаем лучников. На тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр. Мы готовы. Наняли лучников. Меняем дислокацию. Отправили лучников на стены. Отлично.
Нужно лишить соперника добычи камня с обеих сторон, поэтому ставим везде башни. Послание от визиря. Вот и настал час твоей гибели, как и было предначертано. Так, там кони пошли. Ну, это не проблема. Главное, чтобы они стену не начали ломать, на самом деле. Нас атакуют! А, кстати говоря, коней это немало, немало коней. Это, в принципе, не очень хорошо. Не хватает товаров. Что? Мы идем! Натянуть тетиву! Мы в пути! За тебя, господин! Господа, раздупляемся. Башенка же есть. Башня. Наши луки будут. Господа, здесь. Башня. Меняем дислокацию. Вы готовы? Куда целится, сэр? Я бы, кстати говоря, проголосовал за то, чтобы усилить башню инженерами. Да, ваша милость. Не хватает рекрутов, сэр. Натянуть тетиву! Это разгром! Соответственно, нам нужно увеличить еще добычу камня. Мечники пошли, мечники идут. За тебя, господин. Нужны деньги, деньги не проблема. Мы идем. Так, вот здесь еще надо поставить башни. Я понял. Продаем железо. Не хватает товаров. Что у нас там по популярности? Плюс 9, отлично. Запасы провизии убывают. В казну поступает золото, сэр. Люди восхищаются вами, сэр. Но они тут погибнут без вопросов вообще. Так, кони пришли, получают в лицо. Это нельзя здесь разместить, милорд. Здесь вот надо поставить башенки. Так, тут еще очередная партия мечников идет, уже от другого бота. Ну окей. Пожелаем им удачи, построим собор. Нужно больше золота. Не хватает товаров. Пока продадим камень. Не хватает товаров. Башенку пока рано ставить, просто наймем еще лучников. За тебя, господин. Нужно золото. Давайте задание. Меняем дислокацию. Мы идем. Итого. Значится. За тебя, господин. Чем мы можем помочь? Подбираем обслугу. Мои верные лучники. Это что за... Ну ладно, это их проблемы. Вот сюда вот надо башню прямо. Немножко подождать, когда мы накопим деньжат.
разгром! Что, пока что я ударяюсь исключительно в оборону. Ну и начнем прессинговать нашего соперника. Тут одного, а тут, соответственно, другого. Расход пошел, отлично. На тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр. Так, тут мельницы не справляются, нужно увеличить их количество. Деньги кончились, отлично. Не хватает товаров. Куда целиться, сэр? Это... Мои храбрые войны, подвели меня! Так, все плохо теперь у одного из ботов, теперь сейчас будет все плохо у другого. Натянуть тетиву! Называется дистанционная война. Не хватает товаров. Это нельзя здесь разместить, милорд. Что он себе позволяет? На тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр. За тебя, господин. Так, ну, визирь уже очень плохо. Эмир еще пока держится. У него более приятная экономическая ситуация. Все, в принципе. Теперь просто ждем, когда у нас накапают бабосики. Не хватает товаров. Так, а кого мы сможем производить из железа? Давайте мечников опять. Эти пикинеров попробуем. Но дерева у нас мало, поэтому нужно для начала лесорубов рубить лес. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить. Нас милорд. Атакуют! Нас атакуют! Только не это! Не хватает дерева, милорд. Ну вот о чем я и говорил, дерева очень мало. Отлично! Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. А почему так получилось? Ну ладно. Закроем, закроем, закроем детей. Милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ура. Па-па-па-пам. А как так произошло? Кто-нибудь мне объяснит? Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Все, исчезают женщины с детьми, какое счастье. А, тут сдвиг, я понял, все, окей. Так, пикоделы. Настал ваш черед.
Зачем первый снес? Ну ладно. Это нельзя здесь разместить, Мило. Что скажи, дерева нет, ага. Это нельзя здесь разместить. Уйдите отсюда, твари. Рабочий идет на твое место. Я великий, величайший. Здесь нет работы, милорд. Здесь нет работы, милорд. Лично. И, соответственно, бронников. Нету дерева. Да, конечно, нету дерева. Это нельзя здесь разместить, Мило. Это нельзя здесь разместить, Мило. Это нельзя здесь разместить, Мило. Так, смотрим на картину. Понимаю, что тут все хорошо. Здесь, кстати говоря, гораздо лучше дела. Не хватает оружия, сэр. Так, ну что, выпускаем кракена? Вы пехота! Да, сэр. Не хватает оружия, сэр. Да, сэр. Неплохая пробежка. Сейчас вот тут башенка упадет, тогда пойдем гулять. Выманивать денежки, которых нет. О-о-о. Мои верные лучники! Наши луки будут петь! Есть! Они не пройдут! Они даже не поймут, что это было! Да, сэр! Не хватает оружия, сэр. Ваша светлость. Неплохая пробежка. И что надо делать? Послание от Эмира. Так не пойдет. Нападать на меня, на мою крепость. Скоро ты у меня дождешься. Ну, вот склад уже забит под завязку. Не хватает товара. Да, сэр. Не хватает оружия, сэр. Оружия не хватает, однако. Это нельзя здесь разместить, милорд. Работник идет на свое место. Пики на плечо, да, сэр. Не хватает оружия, сэр. А, ты отбился. Ну, ладненько. Да, сэр. Великолепно! Таковы приказания, сэр. Пикинёры, вперед! Он заблочил мой выход. Прикиньте. Вот это уровень. Бот заблочил лесопилкой игроку замок. Вот это я понимаю. Что же делать? Это, конечно, реально первый раз такая. Забавная. Неплохая пробежка. Поставил башню. Молодец, молодец, поставил башню. Послание. Хочешь подраться? Посмотрим, посмотрим. Каковы приказания, сэр? Да, сэр. Не хватает оружия, сэр. Мы готовы! Радостью, сэр. Послание от Эмира. Дела наши плохи. Не обращай внимания. Да, сэр. Нет, тут реально забавно функция.
Послание от имени. Тысяча шайтанов! Недаром мать говорила, осторожный воин живет дольше. Не хватает оружия. Как служить вам? Так, окей. Послание от имени. Прочь от моего санта! Железная пугала! Почувствуй нашу мощь! Куда целиться, сэр? Пики на плечо. Послание от визиря. Зачем ты привел свое жалкое войско к моим стенам? Убирайся! Пикинеры, вперед! Склад заполнен. Послание от визиря. Мы слабы, но скоро будем сильнее! Не хватает товара. Ваша светлость, вы уже там. Ну что же, мой дорогой соперник. Всего доброго. Смерть не была мне предсказана. Победа! Ну что же, дамы и господа, в общем-то, спасибо за просмотр. С вами был товарищ Санёк. Увидимся в следующей серии.